вы должны предоставить документы. Ну тут что это? Ну подожди, сейчас лицензии. Мне документы, мне не лицензии нужны. Ваши документы, вы охотники. Сейчас отдадим, не переживайте, ребята. Вы никто, вы просто спрашиваете, охотниками являетесь? Являемся. Ну вы обязаны предоставить документы. А в чем проблема? У вас спросили. Потому что у нас есть человек, который организовывает охоту. Я понимаю, человек организовывает, бог с ним. Ваши документы у вас при себе. Едет, он организовывает охоту. Мы сейчас свои документы все предоставим. То есть у вас нет с собой документов? Есть с собой документы. Ну и парик покажите, в чем проблема-то? А вы кто такие? Государственные. Вам представили. Ну, надо орать, вот, нам нормально себя вести. Мы нормально себя ведем. Ну и что, тыкайте. Нет, вам, вы попросили, кто его показывает? Вам все объяснили, сейчас подъедет человек. Нет времени, что ли? Три минуты сейчас подъедет человек, вот он. В лесу находится. Свои документы не можете сразу показать. Должны, обязаны предоставить. У вас нет времени или что происходит? Вы документы. У нас времени, времени предостаточно. Ну, сейчас, подождите 5 минут. Что у вас? Сейчас подъедет человек. Трудно подождать 5 минут, что ли? Вы понимаете, вы просто уже что, сейчас не предоставляете группу, документы. Документы. Вот видеофиксация. Вот это будет передано в суд, и вы лишитесь охотничьих билетов, я вам объясняю. Это уже видно, вот мы сейчас вам лишимся, документы. Ради бога, все, я вам объясню. Предоставим у него все документы и лицензии, и все. Подождите секунду. Все, не вопрос. Не вопрос. Не вопрос. Ну, подождите, я вам объяснил просто. Что делаем, все. Я вам объяснил ситуацию. Все мы люди, все мы. Да никто не кипишует, это вы себя ведете непонятно. Оружие чего лежит в автомобиле? Вы можете пояснить? Так, данные граждане отказались предъявлять документы. Давайте вызывать группу. Будем нажимать оружие. Ребят, ну подождите, вызывайте группу. Ну вы не все. Хотите по-нормальному? Вызывай группу, будем охранять. Ну вы можете 2 секунды, подождите. Граждане отказываются. Не отказываются, не отказываются. Ну давайте, вы что тогда, не пойму. Коля, вызывай, наверное, тогда. Вызывай, наряд, все. Они отказались предоставить документы. Я не могу понять, а в чем проблема-то? Я не знаю, в чем проблема. В чем проблема предъявить документы? Мы налетели с ОМОНом, ребят, ну что происходит? Документы, вы обязаны. Вы в чем проблема, действительно, в чем проблема? Вот вы поясните, в чем проблема предъявить? Ну а в чем тогда? Ну а где? Я не вижу. Сейчас все покажем. Ну. Покажите ваши тоже документы. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Комитет охотничьего хозяйства Пономарев, да, Артем Владимирович. Молодцы. Вы являетесь охотником? Да, мы все являемся. Пожалуйста. Не просто так же тут находимся, правильно? Смотри, надо снимать. Снимать не надо. Все стрелять. Надо снимать. Вы же снимаете. Да, покажи, вы Ром. Ради снимать, бога. Чем мы? Вы же все герои, как всегда. Чего? Правильно? Покажите документы. Все, документы. Все есть. Что тут бояться? Вообще не вопрос. Налетели тут герои. При чем здесь герои? Ну, а что ну, нормально? Что они а мы не нормально? Подождите, мы подъехали к вам. Да. Нормально начинает общаться. А мы нормально, не нормально общаемся? Мы нет. Вот, вот документ. Наконец, спустя 5 да. минут, гражданин Харьковский Сергей Сергеевич показал документы. То, что он был обязан сделать сразу. Разрешение при предъявлении. Разрешение на охоту. Да. Разрешение на охоту, говорю, сейчас егерь да. повезет. Оружие что лежит? Мое оружие лежит. Доставайте, показывайте оружие. Оружие доставайте, снимайте. Номера проверим. В чем проблема-то была сделать сразу так? Я не знаю, ну, мы прям налетели, как он подъехали. Ну, это нормально можно мы все это сделать. Да что ты пошла? Карабин чей лежит? В автомобиле. Мой. Ваш? Да. Давайте, документы ваши на оружие. Все дойдем. Давайте. Сейчас первый проверьте и второй дойдем. Клинит оно, я не знаю, что такое. Патронов в патроннике нет? Нет, ничего нет. Достаточно. Смотрите, не там, достаточно. Не там, ничего нет. Ваши документы, пожалуйста. Документы у меня в машине сейчас принесу. В какой машине? Почему у вас при себе нет документов? Другая кошка одел. С собой, то есть в данный момент с собой у вас нет документов, правильно?
Есть, почему нет? Где? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. На другой куртку одел. С собой у вас нет документов. На другой куртку одену. С собой сейчас нет у вас документов, правильно? Почему нет? Есть. Ну, не при вас они в данный момент. При мне они. Предъявите. Ну сейчас предъявлю. Вы отказываетесь? Сейчас принесу. Почему отказываюсь сразу? Я не пойму. Ну, вы с собой у вас документы. Вы люди или что? У вас документы с собой есть. Или вы как? Не охотники, чего вы начинаете? Причем здесь право ваше? Есть у меня с собой, я тебе сейчас все покажу. Тебе же показали все, правильно? Ну, человек с собой, вопросов нет. Вопросов пока нет. Нет. Сейчас я все покажу. То есть в данный момент у гражданина при себе нет документов. Это по-вашему нет документов. По-моему, это все есть. Идемте со мной. Чего? Нет, у вас документы с собой должны быть. Все у меня с собой, у меня в машине все лежит. Пускай он вам принесет документы тогда, в таком случае. Фиксируйте. Конечно. Вам там что-то не по закону было, все по закону. Я не знаю, чего вы начинаете. Документы у вас с собой должны быть, правильно? Я сейчас покажу. Если я переодел куртку, это не значит, что документы. Вы обязаны при себе иметь. Вы с собой при себе должны иметь, а не в машине. Это уже протокол заработан. Кто еще обязан? Что значит не будем? Вы находитесь на охоте. Согласно правилам, у вас документы должны быть с собой. Все у нас есть. Вам же все показали. Нет, не все показали. Сейчас я тоже все покажу. Чего вы, блин, не пойму, как вы... Я так понимаю, вам Решетников устраивает охоту, да? Да. А где он? Подходи, здесь. Илларионович, попозже давайте наберемся. Документы предоставьте. Я показываю. Я предоставляю. Предоставьте. Вы передать что в руки обязаны. Не вам. Мне. Я обязаны знаю, в руки. То есть вы отказываетесь. Я вам представил документ. Государственный. Я же не пробил ваши документы. Вы нет никто, чтобы пробивать а документы. Что такое? Я же вас не отбираю. Правильно? Вы и не можете. Смотрите, вот. То есть вы отказываетесь предоставить документы. Смотри. В руки. Вредаст. Не надо вот. Тыкать. Вот. Еще смотри. Раз. Предоставьте документ в руки. Все. Да. В магазине есть патронники? Нет. Патроны? Спасибо. Есть патроны в магазине. То есть оружие с магазином, с патронами находится. Смотрели? Нет, сейчас протокол будем вставлять. На кого? На вас. За что? За отсутствие документа. Человек ползет. Вон. Угу. За то, что вы не предъявили документы. Не было документов при себе. Сейчас у кого? Сейчас у вас, вам принес вас товарищ. Все ведется на фиксацию на видеорегистратор. Ваши документы, мои документы сейчас у кого находятся? У меня в руках. А почему это? Потому что на момент проверки у вас их с собой не было. Да, задерживаем. У вас их с собой не было на момент проверки. Все ведется на видеосвязь, на видеофиксацию. Вы их не предоставили. Принес вам их товарищ, поэтому на вас будет за отсутствие документов. Вы документы попросили? Я вам показал. Да. Но после того, с собой у вас их не было. Составим административный протокол и... Я слушаю, я здесь старший по этой всей охоте. Так, сейчас и вас проверим. Проверяйте, сейчас. Давайте это самое. Список коллективной охоты, разрешение, ваши документы. Охотник еще один, все у него тоже в порядке. Что вы начинаете ерундой заниматься, я не пойму. У нас все в порядке. Ну хорошо, замечательно. Документы с собой должны мои быть. Мои документы возвращаются. Сейчас составим административный протокол. Я их забрал для составления административного протокола. Вам еще раз объясняю. И я вам объясняю. Для составления административного протокола. Не верну. Сейчас составим протокол и верну вам. Составите на себя протокол. На вас. На вас. Ваш охотничий билет. Вы мне покажите свои документы. В чем тут это самое вы составляете? Ваши протокол? Документы. Давайте охотничий билет, лицензию, список коллективной охоты, разрешение на охоту, путевку. Мои
мои документы возвращайте. Сейчас вы вернем. Посмотрели? Вы посмотрели я мои еще документы? Раз говорю, документы верну по составлению административного протокола. Документы возвращайте сюда. Возвратим. Охотничий билет, разрешение на оружие. Все возвратим. После составления административного протокола. Вы сверили мое оружие. Вы русский язык мои... понимаете? Это вы не понимаете. Русский язык понимаете? Это вы не понимаете. Подожди, куда возвращать? Подожди, сейчас составим протокол и вернем. Поставишь на себя протокол. Не надо что мне себя тыкать. Так ведешь. Вот мой охотничий билет. Угу. Вот мне разрешение на оружие. Тут у меня на оружие. Вы на коллективный охот у вас, на копытного? Конечно, вот у нас вот. Ну давайте так... посмотрим. Вот список коллективный охот, правильно? Вот разрешение на кабана. Угу. Вот. 36-28. Зарим, Макс, пускай сюда подойдет. Ну это уже там это. Мы просто делаем так, иди, чтобы подойди. Лишний раз там не записываться. Потому что охотимся одной. Пойдемте, доставление административного протокола. Административное правонарушение. Конечно. Потому что у вас их не было, я же вам объясняю. Сразу при себе у вас их не было. Вы у меня забрали документы. Их принес ваш друг, конечно. Вы мои документы. У меня зато ведется непрерывный видеосвязь. Ну и все, хорошо. Все в суде, значит, убедимся. Да все убедимся. Все, что, не вопрос. Вообще не сомневаюсь. Вот составляешь протокол. Вот составляешь протокол. Я бы хотел узнать, а в чем... За отсутствие документов. При себе, при наличии проверки. Вот документы у него. За какое отсутствие, если документы... Потому что я вас спросил, у вас сразу при себе не было. Ваш друг их принес из машины, передал. Я куртку поменял, у меня в куртке лежит. В машине. Я вам предоставил документы, правильно? Они должны быть у вас с собой. Я же не отходил никуда. Они должны быть у вас с собой. Ну, с вами бесполезно, то, что вы еще не это, неграмотно. Очень неграмотно. Я просто это самое, я, конечно, не в курсе был всего этого, но я не знаю, нет, документы не... Ну, все на месте, все на месте. С собой сначала даже, в гражданин не был, с собой документ. Хорошо. Кто? Он? Что, сообщение в прокуратуру сделать? Сейчас сделаем. Сейчас является сотрудником, сейчас в контору ФСБ позвоним, пусть привозят ответственного сюда. И все. Не вопрос. Вот на самом деле, вот все ерунда занимается. У нас все в порядке, правильно? Ну, у вас только делать? Нарушение. Ставить протокол. Да, Дим, перезвоню. Артём! Артём! Так, у гражданина документы находились в машине, на момент проверки не было. Друг принес, вставляю протокол за отсутствие документа. Всё, ну возьми, пожалуйста, сейчас координаты скажешь мне. Все зафиксировано.